Всем приветик! Я сегодня буду готовить сгущенку дома. Так, для этого мне надо 2 литра молока. Я буду измерять вот такими пол-литровыми баночками. Здесь у меня уже пол-литры. Вторая пол-литровая. Еще 2. Так, 4. Пол-литровые баночки. Есть. Включаем нашу печку. Я ставлю пока на 6. Начнет молоко закипать, я уменьшу температуру. И нам нужно 600 грамм сахара. Так, 400. И сейчас 200 взвесим. Не на ту кнопку нажала. Обнуляем весы. Еще 200 нам нужно. Так, получается 600 грамм. Не забываем помешивать, перемешивать. Сейчас можно накрыть. Чтобы быстрее закипело. И одну пачечку ванильного сахара. Все, ждем. Так, вот скоро уже закипит наше молоко. Мы всыпаем туда сахар и помешиваем. И ждем, пока закипит. Отходить теперь нельзя. Нужно постоянно помешивать, чтобы не прихватило дно. Сейчас я закрою окно, а то соседи громко разговаривают. Стоит у меня до сих пор на 6. Можно варить и на газу, но у меня там немного газа осталось. Баллон не так-то просто у нас здесь заправить. Положи коту. Так что газ я немножко экономлю. Положил? Уходи. Давай, выходи, Тамерлан. Кастрюля у меня с толстым дном. Кастрюля на 3 литра. Я влила 2 и сахар. И видите, практически до верха полная. То есть кастрюльку рассчитывайте взять побольше.
Ванилькой пахнет. Хорошо. Вот я слышу, по дну уже такие, как бы бульки идут. Я делаю меньше температуру, потому что я потом не успею. Молоко начнет убегать. Или надо будет хватать, поднимать кастрюльку. Пока сейчас темп будет немножко перестраиваться на меньшую температуру, оно закипит. Вот сгущенка варится уже час ровно. Вот так вот кипит потихоньку, как на холодец. И мешаем, увариваем.
Итак, сгущенка варится уже 1,5 часа. Вот она стала таким цветом немножко бежевого. Камера не передает, но немножко видно. Еще жидкая. Еще будем варить. Я не стою постоянно вот так, мешаю. Немножко помешала. Оставляю, ну, где-то на полминутки, секунд на 20. Потом опять мешаю. Потому что стоять, мешать беспрерывно, рука, конечно, отваливается. Так что вот такие вот дела. Варим дальше. Итак, я варила ровно 2 часа. Вот таким цветом сгущенка получается. Я только выключила. Она еще кипяток. Дождемся, пока остынет. И потом я вам покажу. Итак, доброе утро. Сгущенка постояла в холодильнике ночь, потому что я вчера уже хорошо так вечером делала. Вот такая вот она. Я деткам на хлеб мазала с чаем. Так что здесь немножко уже не хватает. Варила ровно 2 часа. Очень вкусная. Такая прям немножко даже карамельная. Кому понравился этот рецепт, можете сделать. Так что всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.